каждый центр отвечает за свою область. Сейчас я предлагаю вам путешествие по центрам своего организма. Итак, сядьте поудобнее, закройте глаза, прислушайтесь к своему телу, направьте внимание на дыхание, сделайте глубокий вдох и выдох, и направьте свое внимание в область промежности. Это первый центр. Представьте себе, что вы заходите в красную комнату, которая наполнена красным цветом. Прочувствуйте, как вам в этой комнате. Что вам хочется изменить, что сделать. Если нужно навести порядок, сделать уборку, то займитесь этим. Конечный результат – это состояние удовлетворения и спокойствия. Когда вы почувствуете, что работа завершена, вы переходите в следующую комнату, и ваше внимание направлено в область пупка, два пальца ниже пупка. Это второй центр. Он оранжевого цвета. Представьте себе, что вы заходите в оранжевую комнату. И точно так же, как в первом центре, наводите там порядок. Сделайте все, что считаете нужным. Главное – состояние удовлетворения от проделанной работы, ощущение чистоты и блаженства. Помните, вы все делаете правильно. Доверьте своей интуиции. Делайте все, что вам хочется. Когда вы почувствуете, что работа завершена, еще раз оглянитесь, осмотритесь и переходите в следующий центр. Это область солнечного сплетения. Желтый цвет, ярко-желтый цвет. Вы заходите в желтую комнату. И точно так же начинайте действовать. Делайте то, что вам хочется. Мойте, убирайте, пускайте свежий воздух. Украшайте свою комнату так, как вам хочется. Главное в результате ощущение чистоты, наполненности, удовольствия и наслаждения. Работа завершена. Вы двигаетесь дальше. И следующий центр – это центр груди, зеленый цвет. Вы заходите в зеленую комнату. Центр любви, центр вашего сердца. Сделайте порядок, уберите, если нужно, и осветите этот центр золотым светом. Наполните эту зеленую комнату светом любви и откройте свое сердце. Удачи и успехов! Когда работа завершена, вы переходите в следующий центр. Это центр горла, горловой центр. Он бирюзового цвета. Вы заходите в бирюзовую комнату. И ваши действия направлены на очищение, освобождение, наполнение светом. Делайте то, что считаете нужным. Помните, только мы сами можем привести в свою жизнь в порядок. И только мы ей управляем на 100%. Следующий центр – это третий глаз. Синий цвет. И вы заходите в синюю комнату. Ваши действия
точно так же правильны и точны. И вы делаете то, что считаете нужным. Если нужно, убираете, приводите все в порядок, слушайте себя, прислушивайтесь к своей интуиции. Только она вам подскажет, как сделать правильно. В конце вы обязательно наполняете комнату солнечным золотым светом. И последний центр. Это корона, которая находится у каждого из нас на голове. Это седьмой центр. Представьте себе, что вы заходите в фиолетовую комнату. Наполнитесь фиолетовым цветом. И сделайте то, что считаете нужным в этой комнате. Наведите порядок там, где нужно. И наполните светом эту комнату. Свое внимание направьте в центр макушки и представьте, что на вашей голове сейчас одета корона. Корона, которая говорит о нашей божественности, о нашей силе, о нашей мудрости, о нашем величии. Корона как сила и корона как защита. Ведь каждый из нас – король и королева. Каждый из нас – бог и богиня. Когда мы помним об этом, мы волшебники. Итак, ваши энергетические центры приведены в порядок. Сделайте глубокий вдох, выдох и откройте глаза. Сладко потянитесь, может быть, вам хочется зевнуть. И представьте яркую вишневую косточку в центре головы. Возвращаемся и потягушечки ставим. И потягушечки. Потрясли плечиками, ручками, заземлились ножками. Ну что, Оля, давай мы эту... Благодарю всех, кто был в эфире, за внимание. Еще раз приглашаю Екатеринбург прийти лично поучаствовать. Расписание вы можете увидеть на сайте студии развития женщин Фрея. Если у кого-то какие-то вопросы, то можно записать мой номер телефона 8-906-815-1087 и задать мне их в WhatsApp. Там я всегда вижу и отвечу. Но если хотите, можете написать прямо в сети, тоже я там увижу. А для иногородних я буду вести запись, поэтому будет возможность купить занятия, если вам это будет нужно. Поэтому благодарю всех за внимание. У кого есть возможность не растерять вот эту энергию, можете прямо отправляться спать. И пусть она прорастет до утра. Всем пока-пока. И отправь этот. Это я уже булькаю, да? Давайте я еще вам немножечко подниму.
Когда я подхожу, вдох, выдох.